Цех по производству тротуарной плитки сгорел сегодня рано утром в поселке Белоостров. Огромный ангар площадью около 1000 метров к моменту прибытия пожарных пылал открытым огнем. Конструкции уже начали рушиться, и вскоре обвалилась вся крыша. Людей в цехе не было, так что от огня никто не пострадал. Однако существовала другая опасность. Могли взорваться находившиеся внутри бочки с маслом. Обнаружено несколько канистр бочек 200-литровых с маслом, техническое. Сдутые, сейчас они в данный момент охлаждаются. Представляли, конечно, угрозу для жизни, естественно. Люди были отведены на безопасное расстояние. Ну, в данный момент угроза устранена. Цех выгорел полностью. Станки, механический погрузчик и формы для плит вряд ли подлежат восстановлению. Причины пожара выясняют.